Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В данном случае футбольное поле номер 4 Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова является родным и домашним для Академии футбольного клуба «Родина», которая в юношеской футбольной лиге сегодня принимает «Акрон». Это сигнал Евгений Ситов. Начало этому поединку начинает «Акрон». И не удается пока вынести его из собственных владений игрокам, который представляет хозяйскую команду. Вот такое стремительное начало поединка заканчивается тем, что «Акрон» забивает. И посвящение своему партнеру по команде Корчагину. Вот сейчас через центр пытается выйти команда. И прекрасная передача. Прекрасная передача от Левашина. И дальше атакует Зимачков. Ну а здесь уже нарушение правил. Я думаю, что мы в повторе, конечно, еще увидим этот эпизод. Ляпин. Опасная передача назад. И это может быть фатальная ошибка для «Акрона». Затаился за спинами защитников. Последовала неудачная передача назад. И оказался один буквально перед воротами. Соперник рядом. И Ляпин хорош. Дальше следует розыгрыш. И будет попытка удара. И спасение. Счет мог быть уже и 2-0, и 3-0. И если «Родина» упускает свои моменты из глубины. Дальше Илларионов. Мяч под левый. Дорисует мяч на Поликшанова. Удар издали. 1-1. Какое попадание! Нет, это Богомолов! Это даже Глеб Богомолов доволен тому удару, который у него получился. Впрочем, наверное, быстрой контратаки не получится «Акрона», хотя малыми силами они выходят. Стремительный прорыв. И это Хуснутдинов, который бьет. Ошибка Максимова стоила стремительной контратаки, где на мяч претендует только Матвей Безрогов. Звучит финальный свисток в поединке UFL-3 между командами «Родина» и «Акрон» Академии футбола имени Юрия Коноплева. Зафиксированная ничья 1-1. В первом тайме Даниил Яковлев, футболист «Акрона», открыл счет. Во второй половине встречи Глеб Богомолов великолепным дальним ударом счет сравнял.